Дорогие друзья, я рада приветствовать вас на своем канале. С вами Жанна Фетисова. Сразу хочу сказать, что я не пытаюсь оспорить лавры Жанны Агузаровой в украшении своего лица. Просто у меня сегодня выходной, а я работаю не в стандартные дни с понедельника по пятницу. И когда-то у меня бывают выходные в середине недели, и иногда я работаю и в выходные, обычно принятые всей страной. И, соответственно, сегодня я просто занимаюсь своим личиком. На лице у меня и на зоне декольте гидрогелевые патчи. И, кстати, кому интересно, каким образом я даю им вторую, пятую, десятую, пятнадцатую жизнь, в общем, пока они не порвутся, вы можете посмотреть мой ролик, где я делюсь секретами о том, как сделать все своими руками в домашних условиях. Обязательно ссылочку оставлю в подсказках. Итак, о чем хотела сегодня с вами поговорить, и, в общем-то, хотела с вами вместе попробовать новое средство, которое забрала вчера. Вот у меня тут целая просто сумочка, ну, такой вкладыш в сумочку, да, или подставочка для косметики, все используют по-разному. Кстати, заказывала я на Алиэкспресс, стоила она вообще какие-то 3 копейки. Ну, для меня удобная вещь для хранения каких-то косметических принадлежностей, может быть, косметики, кремов и так далее. Я сделала заказ белорусской косметики. Друзья, вот тут у меня чек. И стоимость этих средств не превышает 251 рубля. Друзья, вы увидите, что средства абсолютно разные. Было бы мало сказать, что у них демократичные цены. У них очень демократичные цены, однако многие средства очень действенные. Ну, то есть настолько действенные, что их сравнивают с люксовыми. Что я приобрела? Давайте приступим. Я только переложила вот из упаковки, да, из посылки сюда, и больше ничего пока еще даже не рассматривала. Хотела с вами, честно говоря, вместе это все просмотреть. Ну и первое, что я предлагаю посмотреть, это B&V, то есть компания Vitex. Это вода для лица термального источника освежающая. Вот такие водички я люблю, я ношу их с собой. А это увлажняет, тонизирует кожу, закрепляет макияж, друзья. То есть это получается 2 в 1. Я очень люблю универсальные средства, да, которые можно использовать не только, например, для увлажнения, но, к примеру, и закрепления макияжа. Что здесь содержится? Здесь, значит, содержание минеральных веществ. Кальций, магний, натрий, калий. Без консервантов и отдушки. Освежает, тонизирует, закрепляет макияж. Незаменимо в жаркое время года при повышенной сухости воздуха в помещении кондиционируемых. Ну что ж, по-моему, замечательная вещь. Давайте сейчас сразу же попробуем кнуть прямо на гидрогелевый патч. У меня уже, вот я чувствую, они начали чуть-чуть подсыхать. Они наполнены такой специальной жидкостью, которая постепенно высыхает. Так, давайте попробуем. Ой, очень хороший диспенсер. Если вы видите, смотрите. Класс, очень мелкий. Vitex. 145 рублей 10 копеек со скидкой, друзья. Я в шоке. Я даже не помню, сколько это стоило, да, честно говоря. И следующее, давайте, я прям как в Новый год открываю подарки. Вот такие вот 2 средства у меня. Это компания Innovation. Белита. Здесь неплохие ингредиенты. Значит, это серия 35-45. Какой коллаген серии Innovation? Сыворотка лифтинг для подбородка, шеи, зоны декольте. То есть отдельно. Да? И экспресс-концентрат для разглаживания морщин вокруг глаз и губ, где более тонкая кожа, иногда делят эти средства. Упаковочка вполне приличная, вот такая вот упаковочка. Посмотрим, запакованы ли они. Да, очень удобные, кстати, обратите внимание, вот такой носик. Мне очень нравятся такие носики, потому что никогда не выливается это средство. Так, это сыворотка-лифтинг для подбородка и шеи. Пробуем, друзья. Аромата никакого практически нет, это сейчас очень популярно. Давайте попробуем, как она расходится на коже. А, нет, чуть-чуть есть аромат, чуть-чуть есть. Знаете, такой немножечко аромат напоминает мне лосьон после бритья. Но он очень быстро уходит.
Смотрите, блеска нет, да, такая матовая, бархатистая кожа, приятные очень кремчики. Я специально заказывала их на лето, потому что я слышала о том, что они не жирные. То есть вот они вот так полностью, видите, впитываются, не оставляют абсолютно никакого следа, но при этом есть такое вот ощущение приятного увлажнения. Кстати, аромат сразу же прошел, исчез, просто выветрился. И давайте попробуем экспресс-концентрат для разглаживания морщин вокруг глаз и губ тоже. Он вот такой, в нем 20 уже миллилитров, и здесь 30. Такие удобные тюбики, мне кажется, можно брать с собой. Тоже с моим любимым носиком. Тут я нажала, уже немножко выпрыгнул крем. Он выглядит... Вот, давайте попробуем его разнести по ручке, потом почувствуем, какой же у него финиш, да, то есть он дает матовый или влажный, или какой. Ну вот пока, вы знаете, липкости нет совсем, это очень приятно, я люблю вот такие средства, которые не оставляют липкости. Пока я, в принципе, довольна финишем этих средств, мне не нравится, откладываем, достаем еще, у нас сегодня много. От компании Vitex. Это 3D эффект серия. Кстати, не путайте с компанией VIX, да, вот эту компанию Vitex, это две разные компании, это белорусская компания, а VIX это российская. На разглаживание. Это маска-крем для лица, шеи, декольте, сияние кожи. Мне очень нравятся такие вещи. Обычно я их накладываю довольно густым таким слоем. Хорошо, если это приятно пахнет, и если даже это жирненькое, тоже очень хорошо. Как вы знаете, уже я вам рассказывала, да, что я вначале пользуюсь тоником, а потом уже всеми остальными средствами. Тоник как бы является проводником, поэтому даже если маски очень жирные, они довольно хорошо впитываются кожей, если правильно их использовать. Здесь закрытая туба, пока открывать не буду, потому что хотелось бы все-таки, чтобы она была свеженькая. Это фитостимулин, стимуляторы вытяжки из растений и фитопептиды. Прекрасно, это то, что помогает глубоко впитаться. То есть пептиды это те вещества, которые тянут за собой все питательные вещества в клетке, то есть являются как бы проводниками. То есть питательное вещество как бы садится на пептиды, как на лошадке, заходит вглубь, в глубокие более слои дермы, эпидермиса. Так, и глина, и комплекс увлажнителей улучшают цвет лица. Здесь еще и глина, понятно. Обязательно потом эту масочку и расскажу вам о результате. Я думаю, сами посмотрите на результат. И следующее средство – это крем для кожи вокруг глаз и губ, заполнение морщин. 3D-комплекс. Так, морщин у меня нет, но я думаю, что, наверное, на нем должна хорошо держаться косметика. Сравнивание, опять фитостимулин, опять же фитокомплекс и... повышает тонус кожи, гиалурон. Ну, в общем, фактически это растительные компоненты, гиалуроновая кислота. Друзья, это то, что действительно заполняет морщины. Ну, в буквальном смысле то же самое, что делают вот эти патчи, да, может делать вот этот кремчик. Вы на некоторое время нанесете его под глазки, потом дадите ему как следует впитаться, и потом уже будете накладывать косметику, у вас будет более ровный рельеф, особенно если у вас есть уже какие-то возрастные изменения. Vitex делают кремы такие очень быстро впитывающие. Это то, что мне нравится. То есть я люблю, когда крем быстро впитывается. Не очень, честно говоря, люблю ходить весь день с таким лицом, как в маске. Опять тот же самый легкий такой аромат какого-то лосьончика после бритья, который моментально исчезает. Вот так выглядит кремчик, посмотрите. Что ж, мне нравятся такие маленькие форматы, хотя он вроде и не маленький, обычно такие кремы 15 мл, здесь 20, то есть, ну, слушайте, спасибо. Маска стоит 101 рубль, это вообще, ну, это действительно, это скидки просто на сайте там у них такие. И трехмерное разглаживание, крем для кожи вокруг глаз и губ, 20 мл, 122 рубля 77 копеек. Я их уже люблю, друзья. Я их уже люблю. Так, то есть со сроками годности у них тут все в порядке. Правда, очень советую вам сразу же смотреть при получении. Какие-то у вас, если возникнут вопросы по срокам годности, задавайте их курьеру, либо если вы будете получать в магазине. Я этот заказ получала свой в магазине. Итак, у нас осталось с вами два уходовых средства.
одно от компании научным центром создано Белита Витекс и Белл Косметикс другое. Бьюти-маска для лица, несмываемая стволовые клетки, белоснежный гордениан, капсулированные АХА-кислоты. Обеспечивает идеальную эксфолиацию, длительное увлажнение кожи, выравнивает микрорельеф. Ага, если длительное увлажнение, значит кислот здесь немного. Кислоты в том случае начинают сильную эксфолиацию делать коже, если они после 5%. Пайо, несмываемая маска, вот что-то похожее, но уже по стоимости до 200 рублей, пайо стоит 2000, поэтому, друзья, я счастлива, что такие масочки стали выпускаться компанией Vitex, мне очень нравится это. Все запаянные, мне это очень нравится. Если вот такие вот тюбики сплошные, то они у них все запаянные, чего очень часто не бывает, кстати, с многими их более дорогими аналогами. Последний у нас из уходовых средств, там осталась декоративка, сейчас вам тоже все покажу. Доктор Хербариум называется, тоже это белорусская косметика, солодка, лимонник, мальва, жимолость. Уникальная формула ночного крема объединяет экстракты лекарственных растений, которые обеспечивают полноценный антиэйдж уход, восстановление кожи в период ночного отдыха. Крем я открыла, уже не выдержала, мне хотелось попробовать. Знаете, такой чуть-чуть мыльный запах. Сейчас вот сняла специально патчи с лица и шеи. Очень хорошая, кстати, увлажненная кожа. Всем, кто не пробовал, еще рекомендую. Прям вот восхитительно увлажненная. Я хочу попробовать этот крем. Мне понравилось то, что он довольно быстро впитывается. Здесь написано, что можете его использовать на ночь. Ну и заодно посмотрим, нет ли аллергии, да, на него. Сегодня мне никуда идти не нужно. Можно экспериментировать. Сегодня я буду заниматься своими делами. Ну, вот это ощущение какой-то пленки тяжелой или еще чего-то. Мне приятно, мне нравится. Вот здесь уже прям полностью впитался. Знаете, редкость, когда кремы так хорошо впитывают. Чтобы вы просто понимали, все используются из одних и тех же ингредиентов. Тут вопрос смешивания и дозирования этих ингредиентов. Существует, ну, может быть, 4-5 заводов по производству ингредиентов для косметики. Да, это так, таких заводов немного. И масс-маркет сейчас дорожает, зарубежная дорожает, дорожает. И вот, например, в частности, Люмине, вы знаете, поменяли свою упаковку фактически. Ничего не изменилось, друзья, состав не изменился. Просто ребрендинг произошел, и в два раза цены увеличились. И все, кто пользовался Люмине, теперь многие не могут просто себе позволить. То есть вот таким способом капитализация бренда происходит, друзья. Поэтому очень советую вам. Вот сейчас я специально, пока говорила, да, нанесла его. У меня все-таки ощущение, что он, конечно, очень питательный. То есть, наверное, все-таки его стоит использовать не под косметику, а все-таки вечером. Осталась с вами декоративная косметика. Вот столько вот всего. Хочу сразу вам показать то, что я могу сразу же использовать сейчас. Так, я заказала вот такой вот фиксатор для бровей от Luxe Visage. Вообще Luxe Visage, обращаю ваше внимание на нее, да, на эту компанию, она сейчас просто гремит. Профессиональные косметологи и профессиональные визажисты, они как раз вот и рассказывают о том, что им очень нравится эта косметика. Итак, смотрите, вот здесь такая малюсенькая-малюсенькая щеточка, это очень удобно. Почему большие щетки неудобны для бровей, да, использовать? Потому что они захватывают огромное количество, да, объемы, они красят все ваши, весь ваш пушок вокруг брови, это неудобно. Таким вот образом вы закрепляете бровки, просто слегка как бы наносите этот гель, зачесывая бровки вверх, ну и, соответственно, лишние волоски, когда они слишком уж торчат вверх, мимо вашей формы, дальше вы опускаете вниз на самом кончике. Ну а здесь сейчас вот модно вот такие вот пушистые бровки, поэтому так мы и сделаем. И, соответственно, дальше просто оставим засыхать, посмотрим, как быстро этот фиксатор засохнет, зафиксирует бровки, и дальше уже можно будет использовать что-то еще. Так, пока мне все нравится. Он не мажется, не течет, не
неприятных ощущений не оставляет. Главное, знаете, чтобы он не оставлял ощущений такой железобетонных таких бровей Брежнева. Потому что он прозрачный, знаете почему? Потому что если вы уже удачно очень накрасили брови, либо если вам вообще не нужно у вас черные брови, вы можете просто их зафиксировать, чтобы они вот так в разные стороны лежали. Особенно если вы ходите, ну, где-то целый день, снимаете, надеваете шапку, или у вас челка, она вот так вот елозит по бровям, это очень удобно. Хочу посмотреть румяшки. Румяшки я очень люблю. Давайте посмотрим. Вот такая вот очень демократичная упаковочка. То есть она не полная, да, она вот такая вот половинчатая. Это тоже в целях экономии, но это и дизайн такой своеобразный, тоже это все люкс-визаж. Очень красивый цвет, ребята. Вот прям такой, прям вот практически, знаете, незаметный, персиковый. Вот такой вот он. Не знаю, видите вы или нет. Давайте посильнее вам нанесу, да. Он прям такой персиковый, нежный. Вот такой вот цвет. Мне очень нравится то, что, знаете, они сатиновый такой финиш дают. Они без блесток. Но, друзья, они дают приятный сатиновый финиш. Сатиновый, это значит, он так слегка переливается. То есть он шлифует как бы кожу. Вот этот самый цвет, этот отлив как хайлайтера, да? Для губ люкс визаж, тон 51. Давайте я вам все буду наносить вот так погуще и показывать, чтобы вы видели. Вот так. Тон 51, пыльная роза. Более темный вариант, тон 45, люкс визаж, карандаш для губ. Вот он, второй. Да, очень красивый, насыщенный такой же розово-пыльный цвет. Очень люблю такой цвет, у меня есть такая помада. Так, более розовый, 46 тон, вот так. Ага, очень красивый, обратите внимание, да, вот такой. Смотрите, как красиво. Очень яркий, хороший, но, с другой стороны, они все приглушенные. То есть я выбирала нюдовые цвета, которые как бы не обязывают ни к чему, не обязывают никакой особенной одежде. Карандаш для губ 52 тон, люкс визаж. Вот тут я не очень видела какой-то тон по цвету, он холодный. Но вот сейчас он мне очень нравится, друзья. Он прям такой нежный, нежно-розовый, очень красивый. Мне очень нравятся такие тона. Они, вот эти карандашки, держатся практически весь день, друзья, на губах. То есть просто прям я заштриховываю полностью все губы. Далее я могу сделать, например, какой-то блеск, либо прямо оставить так, если мне не сушат губы. И взяла один карандашик для глаз. Revanche. С маслом жажаба. Контурный карандаш для глаз. Друзья, это я очень люблю. Я делаю иногда тоненькие стрелочки. Это коричневый. Остались три помадки. Все от Luxe Visage. Да? Да, все от Luxe Visage. Две из одной серии. Glam Look. Lip Cream Velvet. Две помадки вот такие. И одна помадка от Luxe Visage из другой серии. Dream. Очень красивый цвет, вот такой шикарный. Я сейчас тоже вам сделаю swatch, мне для вас ничего не жалко. Значит, это помадочка серии Dream, да, это увлажняющие помадки, вот так они выглядят, дуохромит, то есть она дает, видите, такой вот синеватый перелив. Она кораллово-розово-синяя, какая-то такая очень необычная. Мне очень нравится, друзья. Я советую вам попробовать. Вот эти дуохромные помадочки, они, видите, вот в таких металлизированных упаковочках. То есть они в действительности показаны, что это дуохром. Вельвет. 307 номер. Сейчас мы с вами попробуем. Это пыльная роза. Та, под которую, собственно, подходят вот эти вот карандашики. Отлично. Это 307. Делаю для вас swatch рядышком. Вот посмотрите, какая повседневная. Она без перламутра, но она дает красивый, очень сатиновый финиш. Вот это.
да, очень красиво, мне нравится. А они такие все мягкие, они такие жирненькие, но они не раскатываются по губам, они не сползают, то есть они вот прям то, что надо, друзья, это то, что надо, и за 3 копейки мне очень нравится. Так, и вот такая прям совсем нюдовая-нюдовая, это номер 303, тоже Люкс Визаж, та же самая серия, что и предыдущая помадка, и она прямо нюдовая, друзья, но у нее очень красивый розовый оттенок, то есть она бежево-розовая. Для тех, кто любит вот такой make-up, no make-up, то есть макияж без макияжа, да, вот эта помада то, что надо. Цвет 307, это вот этот вот средненький. А, ребята, это очень красиво, если еще сделать тон на лицо. Я не заказывала тон, а тонирующее средство в этой компании, но вполне возможно, что попробую. Она довольно матово выглядит, ведь вы видите на губах. Но ощущения такие комфортные, друзья. Такие комфортные ощущения, потрясающе. Что ж, мне очень все нравится. Все буду использовать в макияже. Обязательно покажу вам полный макияж, пока мы с вами сделали какие-то пробнички. Ну и что ж, спасибо большое, что вы были со мной. Надеюсь, вы откроете для себя что-то новое, сэкономите тоже вместе со мной и не будете тратить огромные средства на косметику, которая, в принципе, тот же самый эффект оказывает и за меньшие средства. Спасибо, что поддерживаете. Обязательно смотрите информацию в инфобоксе к каждому ролику. Там я оставляю коды скидок, если они у меня есть на каких-то сайтах, на товары. Там я оставляю информацию, подробное описание всех средств, номеров. И, соответственно, там же я даю информацию, общее описание к ролику, ну и что-то полезное, что может вам понадобиться. Спасибо большое, удачного вам дня и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!